Приветствую всех вас, дамы и господа, с вами мистер Кепка. Сегодня настал исторический день, так как за моей спиной находится та вещь, которая поможет сделать мой канал лучше, а контент качественней. Пока я вам даю время на раздумья, что же это может быть, я немножечко расскажу. О приобретении данной вещи вопрос стоял давно. Все никак не решался, но, как говорится, этот момент настал. Естественно, это связано с гоночной тематикой. И поможет мне продолжать делать контент лучше. Ну, не буду я вас долго тянуть, что же это может быть. Итак, представляю вам игровой гоночный руль. Итак, приступим непосредственно к самому обзору. Руль от компании Dialog GV11VR модель. У нас имеется рулевое колесо и коробка переключения передач. На рулевом колесе расположено 12 кнопок, 3 с каждой стороны возле центра. По одной находится на самой рукоятке и 4 в центре. Также имеется 8-позиционный крестовый джойстик. Также по бокам с одной и с другой стороны, слева и справа, находится по одному лепестку для переключения передач. Можно настроить. Сама рулевая база 250 мм состоит. Полный оборот руля, что влево, что вправо, составляет 270 градусов. Сам руль подключается к компьютеру с помощью USB порта обычного 2.0. Естественно, самому рулю нужны драйвера. Также еще имеется регулировка чувствительности, высокая, низкая. Что касается КПП, то она, естественно, двигается только в двух направлениях, вперед и назад. Также в комплекте, помимо руля, идет педали, вот такие вот, тоже они подключаются к рулю непосредственно, то есть имеется газ, имеется сцепление тормоз. Что руль, что педали сделаны из обычного пластика. Здесь немножко можно заметить, что прорезиновая. Есть резиновая основа. Что у руля, что у педалей есть виброотклик. В общем, это такой краткий экскурс. Теперь самое интересное, нужно перейти к практике и посмотреть, как это будет играться. Итак, в общем, для практики я выбрал старенькую игру, чтобы было лучше ознакомиться, чтобы были лучше драйвера, Need for Speed Shift. Итак, расскажу так, что... Ой-ой-ой, как непривычно. Большая, на самом деле, разница между обычными кнопками и рулем. Совершенно разные эмоции и впечатления. Так, так, хорошо, хорошо, хожу. Так. Я еще отключил вибрацию, чтобы... не мешало, то он довольно сильный на этом руле. Ну, скажу я так, что для бюджетного руля это очень неплохо. Вообще просто замечательно. Реально совершенно другие эмоции. Все круто так. Я, конечно, не смотрите на мой результат, я просто всего лишь демонстрацию показываю, как лучше на руле заходить. Такс. Ну и давайте на финиш. Такой вот небольшой заездик. Так, ну знаете, играть с рулем в какие-нибудь автосимуляторы с таким видом салона, с рулем, естественно, это совершенно другой экспириенс, другие эмоции, впечатления. Естественно, на больших скоростях это будет захватывать дух. В общем, можно подвести итоги, что... вот этот именно гоночный руль, как говорится, и можно к нему привыкнуть и добиваться, как говорится, соответствующих результатов. Но я думаю, на этом обзор подходит к моему концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.